А вот ремонт городских дорог отложить невозможно, иначе столица попросту задохнется. По данным администрации Чебоксара, на 14 участках дорог выявлены дефекты асфальтобетонного покрытия. И отремонтировать их должны те же подрядные организации, которые уже брались за их ремонт. Ведь гарантийное обслуживание теперь норма закона. 200 квадратных метров дорог столицы требуют ямочного ремонта. Чебоксарские проспекты и улицы ремонтируют две дорожные организации – «Чувашавтодор» и «Дорис». Совсем недавно закончилось строительство дороги по базовому проезду, но здесь уже заметны выбоины. Проезд по улице Пирогова вызывает страх у автолюбителей. Ремонта требует кольцо на улице Калинина и до улицы Гагарина. Ахиллесова пята для дорожников – проспект Ивана Яковлева. Все пересечения с проезжей частью там выполнены во временном покрытии. К сожалению, немножко поздно мы спохватились и ограничили движение грузового, большегрузного транспорта на этом участке. Потому были многие дефекты. Сейчас эти дефекты устраняются, движение грузового транспорта по Ивану Яковлеву ограничено. Также необходимо отремонтировать дорогу по проспекту Тракторостроителей, кольцо по Марпасадскому шоссе. «Дорис» и «Чувашавтодор» до конца этой недели обещали устранить неполадки. Ремонт, возможно, и закончат к концу недели. Но надолго ли его хватит, учитывая то, в каких погодных условиях его проводили? Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика.